Девочки, всем большой привет! Рада вас видеть на своем канале. Я вернулась. Теперь я дома с покупками, с эмоциями, с новыми впечатлениями. Я, как вы уже, наверное, знаете, побывала в Краснодаре. В Краснодаре есть магазин «Подружка», который находится в торговом центре «Галерея Краснодар» на улице Володи Головатова. И побывала в этом магазине. Конечно, с пустыми руками я не вышла. Очень мне было интересно походить, посмотреть, побывать в офлайн-магазине. Я была с утра до 12 часов по моей дисконтной карте. Еще добавилась скидка 5%, поэтому все покупки у меня были просто максимально выгодными и интересными. В так называемых корзинах распродаж я увидела вот такое средство. Это компания Джоанна в огромном объеме. Это у нас жидкая соль для ванны, лесной аромат, 500 мл объем. Принятие ванны с этой жидкой йодобромной солью давно применяется в косметических процедурах. Рассказывается, как йод и бром прекрасно растворяются, помогают нашей коже оздоровиться, организму и так далее. Способ применения: наливаем ванну под струю воды, расслабляемся и наслаждаемся ароматом. А здесь объем 500 мл, как вы видите, цену 50 рублей. Аромат здесь очень насыщенный, все как я люблю, это елки, сосны, пихты, все такое еловое. 50 рублей, ну согласитесь, цена просто отличная, поэтому, конечно же, я приобрела. Впереди у нас осень, зима, это все будет как нельзя кстати и актуально. И еще я взяла один вид с жидкой соли с ароматом розы, вот в таком исполнении красивом, тоже она стоила 50 рублей. Вы знаете, здесь аромат розы очень яркий, очень насыщенный, но роза такая горьковатая, вот по типу болгарской розы. Очень интересно. Я розу, честно сказать, не очень люблю, поэтому, возможно, использую сама, возможно, передарю, отдам маме, посмотрю, как дело пойдет. Кстати говоря, можно не только использовать для принятия ванны, можно как гель для душа, можно как жидкое мыло, в разных вариациях. Вот запаслась, чему я очень-очень рада. Еще в этих корзинах распродаж я увидела от компании Miss Pinky расческу для волос. Вот такую красивую. Смотрите, здесь какой милый зайчик нарисован для девочек. Я не осталась равнодушна к ней. Она стоила всего лишь 100 рублей. Мне кажется, это очень даже приемлемая цена. Я ее купила для дочки. У нас довольно много расчесочек, но это мне очень понравилось, дочке тоже понравилось, как я ей показала. Хорошие мягкие щетинки, не будут травмировать кожу головы, надеюсь, будут хорошо расчесывать. И 100 рублей очень такая милая расчесочка. От компании Apiu я себе купила увлажняющий крем для лица с термальной водой в объеме большом 80 мл. Вот такое лаконичное, красивое оформление. Я не знаю, новинка это или нет, но ранее в интернет-магазинах я не встречала. Возможно, это одна из последних новинок. Не знаю, девочки, кто пробовал, кто знаком с этим кремом, то, пожалуйста, напишите. Так как он содержит термальную воду в составе, он должен прекрасно увлажнять, успокаивать, улучшать цвет лица. Здесь у нас, что нам еще обещают? Термальная вода обладает целебными свойствами, содержит множество активных минеральных компонентов. Я планирую его уже открыть и использовать. Здесь 12 месяцев после вскрытия. Жду от него, что будет хорошо увлажнять кожу, не жирнить. Так, он у нас запечатанный, да, он у нас запечатанный. Я хочу его вскрыть. Давайте вскроем и посмотрим. Такая у него интересная текстура. Смотрите. Он вроде плотный, но хорошо распределяется. Ой, аромат у него приятный, такой нежный. Смотрите, какая насыщенная текстура. Он вроде распределяется хорошо. Разносится. По тактильным ощущениям, по аромату мне он понравился. Объем у него, конечно, огромный, 80 мл, но посмотрим.
Его цена была 629 рублей, мне со всеми скидками утренними там и прочими он мне обошелся в 409 рублей. Также меня заинтересовала от компании Apio. Надо сказать, что эту компанию корейскую я, девочки, очень люблю. У меня довольно много в использовании продуктов. Это и ночная маска, мною обожаемая. Ну, в общем, я, наверное, вам сниму отдельное видео о компании Apio. Меня прям как-то вдохновили мои покупки. Если вам будет интересно, соберу все, что у меня есть, все свои ощущения, эмоции и расскажу поподробнее, что мне нравится у этой компании. Так вот, я еще присмотрела маску пилинг для лица с папайи в объеме 50 миллилитров. В состав входит экстракт папайи, киви, цветков арники, ананаса. Красивое такое желтое оформление. Вот здесь такой небольшой объем. Но в этой серии все масочки, все продукты идут в объеме 50 миллилитров. У меня была ночная маска. Очень хорошо, бережно отшелушивает, убирает неровности, разглаживает мелкие морщинки, следы постакне. Нужно наносить после умывания на сухую кожу и нежно массируем для удаления загрязнений и ороговевших клеток. Массируем в течение 2-3 минут, потом смываем. Потом оставляем еще на 5-10 минут в зависимости от состояния кожи и потом уже смываем. Очень интересно будет попробовать. Сейчас пока еще нельзя пилинги использовать, да, все-таки пока еще как-никак календарное лето. Бывают солнечные дни, солнечная активность, но впереди осень, поэтому я запасаюсь такими продуктами просто отлично. Его цена была 369 рублей. Также от компании Apio я приобрела две тканевые маски. Я такие еще не пробовала. Масочки у нас в объеме 23 грамма. Одна у нас идет с экстрактом банана и меда. Другая идет с экстрактом персика и йогурта. Стоили они обе 119 по 119 рублей. А с бананом и медом обещает нам питание, увлажнение. А с персиком и йогуртом смягчение и улучшение цвета лица. Попробую. Такие масочки очень интересные. Наносим их на 15-20 минут до полного впитывания и не смываем. Я видела у многих девочек, их хвалят. Цена была довольно приемлемая, поэтому решила их попробовать. В августе в магазинах «Подружка» действует акция при покупке товара от компании Apio от 999 рублей. Вам полагается подарок, одно из двух средств. И мне попалась мицеллярная вода Bonobo в объеме 165 миллилитров. Ну, не попалась мне ее. Выдали, чему я очень рада, мицеллярную водичку от компании Apio в их замечательном таком красивом исполнении, лаконичном. Мне давно хотелось попробовать. Цена у этой водички не бюджетная, поэтому получить ее в подарок, приобретя продукты, которые мне интересны, которыми я точно буду пользоваться, конечно, я не могла пройти и упустить такую возможность. Вот что о ней написано. Мицеллярная вода подходит для снятия макияжа, очищения кожи, лица от различных загрязнений. Но вообще мне кажется, что мицеллярная вода, в принципе, она и в Африке мицеллярная вода. Я бы не стала покупать, знаете, мицеллярную воду за 600 рублей, за 700 рублей. Ну, девочки, ну какая разница? Но все равно мы ее смываем, да? Я уж не видела прям супер отвратительной мицеллярной воды, которая прям совсем плохо работает. Ну, не знаю. Я вот сейчас пользуюсь мицеллярной водой от компании Сендо из фикс-прайса за 55 рублей. Ну, отличная, во, очень мне нравится. Надеюсь, что это тоже не разочарует и понравится, поэтому тоже потом расскажу свое мнение. Далее, меня еще заинтересовала пенка от компании Shine 3. Пенка для умывания с экстрактом авокадо в объеме 80 мл. Это очень популярная пенка. Во многих видео у девчонок, кто снимает про покупки из магазина «Подружки», просто
Эта пенка солирует, все ее хвалят, она такая нежная и хорошо очищает, в то же время не пересушивает, нет такого, знаете, ощущения до скрипа, что вот кожу просто вот сейчас она треснет, такого нет, поэтому я решила тоже познакомиться с этой пенкой. Она мне вышла с учетом всех скидок в 151 рубль, а там еще была с лимоном, но как-то с лимоном мне не очень хотелось, именно захотелось с авокадо. Красивое такое исполнение, поэтому тоже попробую. Также мне захотелось попробовать шипучую соль для ванны от компании Dresden Essence с зеленой свежестью. Это продукт не бюджетный. С учетом всех скидок она мне обошлась в 106 рублей. Очень мне хотелось ее попробовать. Я не знаю, в интернет-магазине есть она, либо нету, как-то я, знаете, не помню, но вот воочию увидела, она мне понравилась, именно этот вариант, так что попробую. Давайте посмотрим, что здесь про нее пишут. Освежающий коктейль из лайма и грейпфрута дает мощный заряд бодрости, восстанавливает силы, пробуждает положительные эмоции. Масло авокадо активно питает кожу, насыщая ее витаминной влагой. Нужно растворить содержимое пакетика в воде для принятия ванны. Изготовитель у нас Германия. Красивый пакетик, тоже буду с удовольствием пользоваться. Такие всякие шипучие средства для ванны я люблю. Далее я долго задержалась в отделе с бальзамами для губ, потому что как-то перебирая все, я поняла, что у меня вообще нету в запасах ни одного бальзама для губ. Вы представляете, все у меня закончилось. И поэтому я долго смотрела, и вот решила остановиться на этом бренде. Это японский бренд. У меня сейчас есть в использовании с виноградом, такая розовенькая. Она у меня уже заканчивается, бальзамчик. И решила тоже еще купить от этой же компании японской. И остановилась на ментоловой серии, вот бальзам для губ, стики с алоэ и витаминами Е. Здесь объем 4,5 грамма. Бальзам для губ без запаха создан специально для чувствительных губ. Защищает поверхность от холодной погоды, ветра, ультрафиолетовых лучей. Предотвращает шелушение и высыхание. У меня губы просто на отдыхе высыхали. Когда мы ехали в машине на отдых, и там у меня губы прям вот сохли, вот мажу, все вот сохнут, поэтому надеюсь, что этот бальзамчик мне подлечит, восстановит. И стоил он 209 рублей, но со скидкой мне обошелся в 177 рублей. Надеюсь, понравится. И последнее, что я вам покажу. За 89 рублей я купила зубную щетку от компании Клео. Называется «Мягкие листья». Если такой дословный, да, перевод. Но на самом деле она просто мягкая. Я не знаю, почему я ее купила. Вот понравилась она мне по своему оформлению. Такая зелено-салатовая расцветочка. Очень маленькая сама по себе. Она будет удобно ей очищать. У нее очень мягкие щетинки. Они длинные, хорошо как бы обволакивают зуб. Хорошо его со всех сторон очищают. Мне нравятся такие длинные щетинки, мягкие. Поэтому буду с удовольствием пользоваться. Так, что здесь про нее написано? Обеспечивает качественное очищение полости рта. Тонкие деликатные ворсинки проникают в межзубные пространства, удаляя налет и остатки пищи. Ну, надеюсь, это будет так. Стоила она 89 рублей. И у меня сразу же отправится в использование. Все, друзья мои, это все были покупки из магазина «Подружка». Надеюсь, вам было интересно и познавательно. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока!